Всем привет, с вами Дима. Сегодня будет такой ролик про эту игра Super Adventure. Так игра, наверное, называется. Ну, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, чтобы не потерять меня. Смотрите, я буду проходить. Если кто не знает, тут... Опять мне все заново проходить. Я не буду играть в Ури. Кстати, это мой новый аккаунт в этой игре, потому что... Ну, я удалил, потому что мне не хватало места. Короче, тут... Там еще лагает жестко. Ответил. Да, я здесь проходил когда-то. У меня пока что таймер не работает. Ну, сейчас. Видите, здесь паркур какой-то. Чтобы его пройти, ну, вам нужно очень много терпений. Вам нужно очень много терпений. Да, мне будет настолько бомбить, чтобы эту игру засунули. Да, это будет, наверное, самое долгое. Да, я проходил где-то час, чтобы это пройти все. У меня не получалось, потому что вы знаете, что. Когда я первый раз... Да, если вы, кстати, это не будет работать, если вы не нажмете эту красную кнопку, то есть не подписаться, а вот где это, я вам покажу как до конца видео, в конце ролики, ребят. Ну, чтобы вам рассказать. Я чуть, блин, не упал. Я думал, все, я уже... У меня сейчас будет бомбить. Надо вот здесь будет... Мне еще немножко так лагает. Не знаю. Ну, как всегда. Как всегда, мои нервы просто сдаются уже это проходить. Так. Все, теперь ждем. Ждем пока. С первой попытки. А нет, со второй, блин. Хоба. Бра! Ничего себе, я здесь. Ну, хорошо, что не на самого начала. А то это был вообще какой-то крин. А то был вообще угар. Полный. Мне было не смешно, а вам было смешно. Я падаю чисто. Хоба. Хоба. Все хорошо, Дима. Меня просто та-та-та-та. Хоба. Оба. Я добрался до этих поездов. Оба. Кто у нас киберспортсмен? Так, я упал где-то на третьем. На третьем. На вот этом упал.
Но на этом третьем мяч. Ну вот я проговорю вот этот, который я на нем стою. Хотя, может, я на четвертом упал. Так, ну я уже тут знаю. Вот эта вот штука, вот эта, которая сейчас я стою, это в пустыне. Пирамида повернутая. Это вообще нормально. Оба. Ребят, тут нужно всегда быть внимательным. Это было близко. Как я прохожу? Как я прохожу, скажите мне? Нет. Это было жестко. Я чуть аж не упал с самого начала. Это было такой близок. Я аж чуть не упал, блин. Если вы хотите сказать, что я упаду с самого начала, то вы ошибаетесь, потому что это... Я не хочу проигрывать. Сколько я уже упал? Я уже забыл. Оба, так. Тебе... Так, я вот тут здесь упал. У меня почему-то камера. Ух, я вылез. Как же меня везет. Я бы не сказал, что меня везет. Надо было... Ну, опять с самого начала проходить. Ну, короче, ребята, я это никогда не пройду. А что я нажал на А, блин. Я на А нажала, и она почему-то не нажалась. Баги в Super Online Двичен. Так. Надо вот так. Фу, я забрал. У меня вот камера. Вот не могли вот разобрать. Как я с первого... Так, вот так, вот так. Блин, вот это высота. Так, аж так можно умереть. Аж так можно умереть такой высоты. Значит, я не приземлился на воду. Сколько? А, ну. Мне еще проходить, ох, сколько еще. Нас, как всегда, у меня почти не везет. Как мне проходить? У меня монет 1624. На супер! Вот это у меня повезло, вот это у меня везение. Ну, за что? Я забрался. Сколько там мне еще проходить? Ребят, мне еще там долго-долго проходить. Долго-долго проходить. Оба вот так. Все. Хоба, вот так. Что за у меня камера такая? Ну за что?
Ребята, это, походу, я никогда не пройду. Потому что мы сами знаете. Я же не умею паркурить. Ну, допустим, я умею паркурить, но это невозможно. Тут надо вот этот блок, чтобы так сделать. Так. Нет! Все, собрался. Теперь, да. Вот камера, как всегда, мешает. Если меня камера подведет, то я даже не знаю. Все. Теперь смотрите фокус. Это настоящий фокус. Сегодня я не паркурил. Тут сложно пройти, ну вот реально. Прыгаем! Хоба-хоба. Так, две А, потом Б. А, Б. Тут три кнопки. Это, чтобы бегать, ну, чтобы... А, это прыгать, Б, это бить. А! Ну, я же... хорошо, что не на самого начала меня подкинули. Ребята, я это вечно буду проходить. Нет. Все. Я спокойно теперь. Нет, вот это мне везет. Прям супер. Фух, вот это мне сейчас подкинуло. Надо, ребята, аккуратнее играть. Здесь вы можете... Вы можете тут упасть, и проходить вы будете бесконечно, пока не пройдете. Я не знаю, что там в конце. Сегодня мне не везет, да? Да, не везет. Мне вообще не везет. Сейчас смотрю на... Мне остался один медведь собрать. И знаете, где один медведь остался, чтобы его освободить? Мне нужно это в снежной долине. Ну, только там... Четыре еще. Там какой-то, не знаю... Там какая-то головоломка. Типа, нужно картинку правильно сделать. Типа так, я не знаю. Хоба, кто у нас киберспортсмен? Он по союзника какками. Хоп-па-па-па. А чё, нубя? Так, куда мне пойду? А, всё, вон. Так. Сейчас будет фокус киберспортсмена. Вот такой. Тут разработчики, почему вы сделали таким сложным, такой сложный паркур, если вы знаете русский. Ребята, это игра английская, а тут разработчики английские.
Вот это мне повезло. Так, теперь. Я же... Так, в прошлый раз я упал, и... И когда... Когда я... Хоба. Теперь нужно вот так. Вот это я знаю, как это проходить. Конечно. Так, тут два поезда. Нет! Хоба. Чё? Думаете, что вы меня обыграете? Конечно, нет. Ну за что? Хоба. Кто у нас киберспортсмен? Вот по этим штуками, которые сейчас я прыгаю, вот по ним сложно. Вот по ним сложно прыгать. Потому что когда вы потому что они маленькие, так еще они на них. Смотрите, трюк. Все. Так, теперь мне нужно на этого мячика. Ох, я не могу уже проходить. Вот реально. А мне придется снимать ролики. Чтобы это пройти. Так, я сейчас доберусь до того места, которое я упал. Или же я не доберусь. Опа. Хова! Кто у нас киберспортсмен? Все, я киберспортсмен. Так, здесь надо быть аккуратнее, потому что... Посмотрите. Мне еще вот так... Короче, мне еще долго проходить. Вот по этим легами очень сложно. Кто за то здесь вот это? Поезд. Я не могу. У меня сейчас нервы на 10 минут будет сдаваться. Даже где-то на меньше. Так. Вот так. Вот это мне повезло. Хоба. Блин. Как мне забыл. Фух. Думаю, это было легко. А вот здесь надо быть страшно. Потому что здесь камера может тебя троллить. Ну, как я упал? Я же не нажимал на А. Если я нажимал на А, то я не знаю, как я упал. Если я упаду один раз, то ролик заканчивается. Во. Сегодня не такой день. Он с самого начала. Ну все, у меня уже нет, я не могу уже. Ну короче. Все, я сейчас вам покажу. Короче, вы должны вот так пройти вот эти вот. Вот так. Потом залезть на это дерево, а потом
туда залезть. И все. И вот что. Да, только вы можете тут падать. И все, идем проходить. Ну что ж, вот такой ролик был. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем спасибо, всем пока-пока.